Сегодня утром в Архангельске закрыли пешеходную переправу на Кегостров, первую из семи в городе. Ледокол очистил канал. На линии уже работают буксиры. Решение о закрытии принято после обследования переправы. Рядом с судоходным руслом начали обламываться льдины. Переход стал небезопасным. Буксиры к выходу на маршрут были готовы еще на прошлой неделе. Наша компания полностью на сегодняшний день готова к перевозкам на всех переправах. Все буксиры прошли зимний ремонт и предъявились всем властям для перевозки организованных групп людей. Всего будет 4 буксира, занятых на линии, и один резервный буксир. После того, как все переправы будут закрыты, буксиры начнут работу на 4 направлениях. Кегостров, Хабарка, 14 и 22 лесозаводы. Проезд на них бесплатный. Расписание буксиров можно узнать на сайте администрации Архангельска.